Да, и по ЦБ. Ну а что, как? Ну ЦБ. Мы, кстати, в нашем экономическом плане есть и конфетки такие интересные. Ну, например, я считаю, мы исходим из того, что в этот период обнуления процентной ставки, национализации ЦБ, будут обнулены, например, все кредиты населению, вот, которые были взяты. Ну, я не хочу сейчас открывать подробно все вот эти элементы, но раз уж вопрос так прозвучал, то там и такое есть тоже. Да, ну, в общем, как сказать, граждане обделены не будут, в общем. Слушайте, ну удвоение доходов автоматически там практически на второй день. Понятно, что человек должен почувствовать это еще, в руки взять деньги, да? Но второй день без инфляции. Это как? Не плюс? Да? Фактически раздача валютных резервов в объеме 650 миллиардов. Вот пусть наши зрители сейчас возьмут калькулятор. 650 миллиардов долларов. Пересчитает на рубли, напоминаю, что сейчас это, ну, сейчас где-то 96 или, ну, около 100, и будет 100, не беспокойтесь, да, можно считать 100, и разделит на взрослое трудоспособное население Российской Федерации, и посмотрит, сколько каждому достанется. Просто даже вот это, например, 650 миллиардов, просчитайте и потом разместите. Я не буду цифры сам называть, разместите. И, естественно, придется дать зарплаты и доходы людям, чтобы они купили эти товары. Иначе как бы рынок будет затоварен, понимаете?